ебануться. Снимал? Да, а ебать, да. Вот это ты клюнул нормально. Что, запись идет хоть? Да. Слава богу. Yeah. Нормально с тобой все? Нормально. Да пока не скупаешься, я тебя умоляю. Ты видел? Я головой. Да я понял. Хорошо, что грязь тут такая мягкая. Вышли? А мы сколько мы летели? Ля на меня. Сотни, наверное. Я на пятый на максимум звал. Я не могу вылететь. Ну понятно, моток вытягивает. Как я тебя вытащу? Что, съездить сказать, чтобы приехал, да, с лебедкой? Смотри, ты начал вот здесь ехать, я думаю, блин, это что? Вот там вот. Я думаю, зачем ты по воде начал ехать? Я хотел проскользить. А я понял. Уже не глубоко поехал. Хорошо, нет, плохо, что начал скользить, когда мул начался. Понял, ты скользишь? Слышишь? Хана, вот если бы ты сразу заехал так глубоко. Чё? Оно что, нравится? Вредное? Я съезжу, да? Срочно, там серый упал и в муляке застрял полностью. Он живой, там моток полностью под водой лежит. И там такая, мы ничего не можем сделать, его никак поднять. Ну давайте, вы едете туда как сможете, а я к нему поехал помогать. Знаю, как его тянуть.
А ты не сможешь? Попробуй встать и поднять его. Да пизда. Попробуй, там глубоко, вот там встать и понял, перекинуть его вот так вот. На ноги, и чтоб колеса сюда, понял? А? Чё? Только, блин, прикинь, мы только дома сможем посмотреть. Да не, ну как бы... Ты пизда вообще.